Готовлю упрощенный вариант мочанки на молоке. Для этого довольно крупными кусочками нарезаю грудинку. Грудинка должна быть жирноватая, чтобы из нее вытопилось достаточное количество жира для обжарки остальных продуктов. Пока обжаривается грудинка, полукольцами нарезаю лук. Грудинку переворачиваю и обжариваю с другой стороны тоже до золотистого цвета. Готовую грудинку снимаю на тарелочку. На ее место отправляю сырые колбаски. Их также обжариваю со всех сторон до золотистого цвета. Готовые колбаски также снимаю на тарелочку. Далее на сковороду отправляю лук. Жарю его до мягкости и золотистого цвета. Солю, перчу и всыпаю ложку муки. Постоянно помешивая муку, пережариваю 2-3 минуты. Далее вливаю пол-литра молока. Молоко должно быть не холодным, а лучше подогретым, чтобы не свернулось. Пока мочанка закипает, колбаску нарезаю на удобные для еды кусочки. При обжарке колбаска практически приготовилась. Все мясные составляющие отправляю в кипящую мочанку, накрываю крышкой и томлю 15 минут на слабом огне. Получается очень жирное и сытное блюдо. Особенно хорошо оно заходит в холодное время года. Я добавляла 1 столовую ложку муки. Если добавить 1,5, то мочанка будет гуще. При повторном разогреве мочанка своих вкусовых качеств не потеряет, но значительно загустеет.